Воспитанникам детского лагеря «Искорка» представилась уникальная возможность окунуться в удивительный мир древней истории и почувствовать себя настоящими воинами. Для ребят подготовили интересную программу о самых интересных и значимых моментах в истории Руси. Давали, по сути дела, такие базовые знания про древнюю историю Руси, ну, скажем так, военную историю. Ну, первоклассу, понятное дело, рассказывали самое простое, про богатырей, ну, как бы с небольшой подводкой, скажем так, к историческим событиям. Про Александра Невского рассказали, про Ивана Грозного. Повествование начали со времен Ильи Муромца, одного из самых знаменитых былинных героев. Ребятам рассказали, как жили воины Руси, с кем они сражались, и показали, какое у них было оружие и обмундирование. Про разное оружие говорили, про царей, про рыцарей. Нам рассказывали про разные оружия и какие, и задавали вопросы. И у меня был один балл, мне дали браслет. Я узнала то, что какие нападали на нас люди. Я не знал, что был первый царь Иван Грозный. Экскурсия никого не оставила равнодушным. Каждый хотел попробовать натянуть стрелковый лук и подержать в руках меч, чтобы узнать, как сложно было воевать в то время. По словам детей, им очень понравилось взаимодействовать с оружием и обмундированием. Мне понравилось узнавать новое. То, что я узнал намного больше, но чем я знал об Армире. Весь Армир, потому что я никогда не видела там настоящих оружий. После экскурсии посетители Армира сделали памятные фотографии, а самые любознательные и активные ребята, которые правильно ответили на все вопросы организаторов, получили памятные призы.